Петру Порошенко хочу передать пламенный привет. И петушка в задницу. Я хочу с ним встретиться. Подарю ему вот эту игрушку. А с Ляшко я вообще разговаривать не хочу. С ним будет диалог особый. Я его отдам людям нашим на растерзание. А с этой Юлечкой, с ней будут разговаривать совсем другие люди. Особо там. Она должна нам очень много. Она скинула. Она кинула всех. Она на глаз наколола, она всех. Подставила Украину.